Эти мальчишки и девчонки в роли садовников сегодня впервые. Специально для них в школе даже отменили урок, чтобы собраться на общественную посадку. Вооружившись лопатами и перчатками, вместе с учителями первоклассники вышли на первый серьезный субботник. Для каждого нового деревца малыши сделали украшения. Мы сажаем кипарис. Мы копаем. А зачем вы сажаете? Чтобы было красиво. Чтобы было больше воздуха и было красиво. Я сажаю цветочек и его украшаю. А чем вы украшаете? Мы украшаем солнышком со своей лучшей подругой. Школьный дворик уже украшают деревья и цветы. Аллею первоклассников здесь закладывают не в первый раз. 5 лет назад ребята уже высаживали деревья. В этот раз добрую традицию приурочили к юбилею русской весны. И продолжило ее новое поколение. Первые классы всегда оставляют память на школьном дворе. Это прививается в первую очередь семье и прививается в школе. У нас есть предметы специальные. Это окружающий мир. Это та среда, где ребенок сегодня живет. Это та среда, которую надо сохранять. Та среда, которую надо обогащать. Эту акцию поддержали еще 11 школ Гагаринского района. В каждой из них высадили по 10 саженцев туи. Мы приняли решение с директорами, именно чтобы первоклассники посадили эти растения, чтобы первоклассники посадили туи. И мы это говорим им, к чему это приурочено. Потому что наши дети должны знать нашу историю и помнить, что произошло в 2014 году. Мы озеленяем наш район, мы озеленяем наш город. Туда увязывается история, патриотическое воспитание и озеленение нашей территории. И дети будут за этим следить. А только что посаженных деревьев первоклассники обещают заботиться. Впереди у них целая школьная жизнь, где они будут не только получать оценки, но и наблюдать, как растут и крепнут посаженные своими руками вечнозеленые кустарники. Дарья Юхновская, Алина Пчелинцева, Анатолий Паньков, Севинформбюро.